Катюша пишет нам далее. Очень люблю вашу группу, особенно тебя, Артем. Вау. А вот, собственно, вопрос именно к тебе. Тебя устраивает, что ты поешь в дуэте? Сольной карьеры не хочется? Мне кажется, она бы у тебя получилась. Ну вот, давай запой. Забивай. Забивай. Sours Freelays. Это introduce myself к новому альбому в будущем. На самом деле, мне очень приятно, что вы считаете, что там, что я вам нравлюсь. Ну, я не так хотел сказать. Ладно. По поводу сольной карьеры, я пока не задумываюсь. У нас группа, все творческие силы направляем в коллектив, в работу, и то есть, чтобы у нас все получалось вместе. Понятное дело, что в далекое будущее я тоже смотрю, и где-то там, скорее всего, каждый из нас, Аня и я, видим себя в каких-то сольных ячейках шоу-бизнеса. Вот. Так что все возможно, и я думаю, что в каждом из нас хватит сил когда-нибудь что-то сделать сольно, потому что, в принципе... Просто надо подождать, 15. Ну, Аня, а вам не хочется петь сольно? А вопрос такой был? Просто, наводящий. Ну, опять же, одна голова хорошо, а две головы, которые думают в одном направлении, это всегда намного лучше. Тем более, если мы делаем одно дело, мы друг друга устраиваем, абсолютно поддерживаем, то очень хорошо. Мне нравится. Так, еще Катюша нам пишет. Часто ли вы удается погулять, отдохнуть в Киеве? Если да, то где можно вас встретить? Ой, я так люблю пешком. Мне очень нравится просто, когда солнечная погода. Днем. Обувать кеды, забрать. И идти пешком куда-то гулять. Или просто из пункта А в пункт Б, если нужно. Пешкаром сам. Очень мне нравится, да. Нравится. Скоро я буду на велосипеде уже кататься. Угу. И, кстати, свой велик тоже привезу из дома. Так что покатаемся. Реально, велосипед спортивный — это такая тема, ребята. Катайтесь на великах, катайтесь по парках, катайтесь с горы в гору. Что такое? Где ты ржешь? Просто красивый город, хочется побольше. Ну, мы вообще красиво постоянно. Пробки, машины, еще что-то. Так раз постоянно смотришь по сторонам. Питання від Вікторії, в яких містах України ви ще не були, але дуже хотіли побувати? Іменно з концертами ми не були в Білій Церкві. Ну, в общем. Так, в Полтаві ми не були. І, ну, ще там кілька городів. Я просто зараз не вспомню. А спросили только про Украину или вообще? Ну, спросили про Украину. Ну, давайте вообще. Давайте о странах поговорим. В какой стране хотели бы побывать? В Китае. Я бы во Вьетнаме побывала бы. Во Вьетнамках. В Вьетнамках, конечно. В Израиле. В США. Ой, много разных стран. Сейчас да. Начинаем перечислять, я не могу как-то. У меня такое ощущение, что если я какую-то страну не упомяну, то я туда потом не поеду, что-то произойдет такое в атмосфере, я не смогу туда попасть. Поэтому Казахстан туда... хотели бы попасть. Ну, лично я... Ну, серьезно, там вот... Господи, как столица Казахстана? Там Казахстан. Алматы, да? Нет, Астана. Это была Алматы, а сейчас... Астана, нет? Что-то такое. Ну, в общем, мы хотим в Алматы. Вот. А хотим в Финляндию. Давайте не будем перечислять страны. А в отпуск вообще собираетесь? Вы планируете куда-то поехать отдохнуть? Летом, например? Или все работа? Ну, как бы вы отдыхали уже в этом году. Отдыхали где? Я на Шри-Ланке отдыхала. А, да-да, помню. Да, я дома сидел, пирожки ел. Нет, я не отдыхал еще. В общем, мы с Аней разделили отпуск. То есть Аня уже отдыхала, вот, а мне еще предстоит.
Следующий вопрос у нас от Марты. Ребята, считаете ли вы группу «Время и стекло» своими прямыми конкурентами? Вы как их сравнивают? Нас сравнивают? Мы их конкурентами прямыми не считаем с точки зрения... Косвенными считаем. Ну, прям так рассуждать, что вот они наши конкуренты, может с таким же успехом рассуждать, что Виктор Павлик тоже наш конкурент. Ну, то есть мы все, в глубине души все артисты между собой конкурируют, как бы они хорошо друг к другу не относились. Это, грубо если говоря, это рынок, да, то есть это есть определенные там, ну как, не товары, это так уже прям вообще грубо-грубо. Ну, в любом случае, там, все между собой в какой-то там части, да, конкурент. Но с группой «Время и стекло» у нас хорошие отношения. Буквально вчера виделись. Да, вот я вот и с Надей Дорофеевой вот, хорошо мы общаемся. Каждый день общаемся прям вообще, ну вот просто пипец. У вас роман? Сразу напишут роман. Артем Мех общается с Надей каждый день. У них роман? Знак вопроса. Хорошо, а кого вот в нашем шоу-бизнесе, возможно, считаете кого-то своим главным, основным конкурентом? Какой-то группа исполнителей? Нет. У вас своя ячейка, свои... Группа Тикер. Нет, друзья, ну прям какие-то... Я не знаю, о чем вы там подумали. Не, ну прям каких-то таких прямых конкурентов у нас нет. Ну разве что Павло Зебров. Все. Таня спрашивает далее, какая у вас мечта и может ли она исполниться? Мечта стать космонавтом. Я, кстати, в космос хочу полететь. Я бы тоже, кстати, полетала. Обрести хорошую семью, чтобы она была счастливой. Вот. Никто никогда не болел, и были все в достатке, в любви. И купались в теплом море. Это супергруппа. Удачи и успехов. Спасибо. Спасибо, Таня. Спасибо, Таня. Светлана. Привет, Артем и Анечка. Анюта, вопрос к тебе. Видела в одной из социальных сетей на твоей страничке, что ты очень ждала группу Head. Это вот это? Да, это вот это ждала. Это была просто встреча с кумиром или какой-то совместный проект или работа. Ты прям на фото с ним светишься от счастья. Я действительно вся в этот день светилась от счастья. Это была исключительно встреча с кумиром. Вот. Ну, мы как бы познакомились там нормально, но... Никакой, к сожалению, работы мне не предложили. Вот. Очень мне понравилось. Это просто такой момент, который я действительно очень долго ждала. И все мое окружение, это не даст соврать. Я прям до неба улетала от счастья, подпрыгивала. И что мне понравилось, это ощущение свободы. Когда я пошла на их концерт, такой андеграундный очень концерт был, вот. И меня многие там узнали, но при этом я вела себя так, как хотела вести себя на концерте такой группы. То есть там прыгала, все. Ну, так и... классно, так и надо. Да, вот. Не было такого, что вот я по той сторонке посмотрю, сейчас вот ребята поработают. Я даже не знаю, что сказать, у меня настолько много эмоций в тот момент было. Я даже пришла домой, обычно вот если что-то меня поражает очень сильно, я пишу что-нибудь в Твиттере. А это я пришла домой, смотрю на Твиттер и меня спрашивают, как концерт? Я говорю, нет, можно я помолчу? Я не знала даже, как выразить свои эмоции, меня настолько разорвало. Так, Сашка Букашка. Ребят, вы такие классные, обожаю вас. У вас вышла песня «Ты станешь невестой». По 100 раз в день ее слушаю. Скажите, будет ли в ближайшее время фан-встреча? И кому можно обратиться по поводу организации? Всегда проводим фан-встречи с фан-клубами в разных городах, в которых выступаем. На нашем сайте есть координаты директора Кати, с которой можно связываться, договариваться. Екатерина Евтушенко. Да, если у нас... Время там как-то позволяет между саундчеками и разными съемками в определенном городе. Мы всегда встречаемся, так что договаривайтесь, с удовольствием встретимся. Ну, за особое там пирожное
можно быстрее провести фан-встречу. Вот. Можете написать, мы просто знаем любимое блюдо Кати, вот, либо же сырокопченая колбаса. С хлебом, с черным хлебом и с помидорами, ребята, бутерброд и все, у вас фан-встреча там. В кармане. Купите сердце. Елена Муханова спрашивает далее. Артем, испытывал ли ты дискомфорт по поводу того, что изначально группа ассоциировалась с Иваном Дорном? Не посещали ли мысли покинуть группу паранормально? Дискомфорт испытывал, и скажу, что я, ну, и мы же честно отвечаем, да? А дулю круче. Вот я не сразу хотел приходить в группу, вот прям так, чтобы вот вообще там, ну, не с первого раза проникся, не с первого предложения, вот, потому что я... Пришлось поуговаривать еще. Ну, не то, что поуговаривать, но просто как-то мне было непонятно, и как это все будет происходить, и я не представлял себе как-то. Не видел себя. А потом как-то все вот утряслось, все нормально. И дискомфорт в данный момент уже ничего нет. То есть это уже наше, то есть каждого из нас. То есть моя ниша, моя, Аня, Анина. То есть и с твердостью могу сказать, что мне комфортно и хорошо. У нас команда, у нас хорошие профессионалы своего дела с нами работают. Это наш продюсер. Наш директор, наш продажник, ну, концертный директор, звукорежиссер, то есть саунд-продюсер. Так, и вот продолжение от Елены вопрос. Аня, с кем из парней работается труднее, с Артемушкой или Иванушкой? Какие качества в твоем напарнике по сцене ты бы изменила? В данный момент ничего бы не стало менять. Прошлое не трогаем. А вот настоящее меня вполне удовлетворяет. Мы, конечно, конфликтуем. И это всегда, кстати, очень приятно. Мне нравится, когда происходят какие-то там, ну, что-то, какие-то такие моменты, когда мы не согласны, когда мы показываем свой характер. И сразу видно, что, о, человек там горит, ну, этим горит. Раз он оставил свою точку зрения, значит, для него это имеет огромное значение. Вот, это всегда очень приятно. Мы находим, естественно, компромисс. Потом очень долго смеемся. То есть мне нравится, что у нас такие разрядки, полярности абсолютно. Либо мы ссоримся, либо мы смеемся. Либо мы капец как ссоримся. Можем, либо мы вообще не можем остановиться, у нас просто происходит какой-то съезд чердака. Вообще вот такое страшное состояние. Я думаю, что если я сейчас перестану смеяться, у меня сведут все мышцы живота в судорогу. То есть, ну, такое вот, до такого доходит. Так, и вопросы Артему от Елены. Какие качества, Ваня, ты бы с удовольствием порекомендовал парням перенять всем девушкам? Ну и что изменил бы в ней, была бы твоя воля? Какие качества в Ане я бы посоветовал всем девушкам? Да. И что бы я в ней поменял? Так, Аня внимательно слушает. Подстава. Ну что? Рада чем-то плохого, ну что? Ну... Плохое что, это опоздаловки все вот эти, на все мероприятия, там, на какие-то наши там встречи. А, кстати, я хочу добавить, Артем врет постоянно, это к предыдущему вопросу. Да, смотри, вообще, да, так, ну ладно, ты же сама подписала. Вот, значит, опаздывает, вредничает. Потом, третье, что же еще такое, ну есть, конечно, одно такое качество, но я не буду говорить. Потому что хорошее качество перекрывает все плохие, три с половиной качества. И что бы я хотел пожелать девушкам, чтобы они были как Аня? Ну, первое, это вот занимайтесь также хорошо спортом. То есть не каждая девушка находит все силы и желания выглядеть так классно, как Аня. То есть это факт, и это многие знают. Вот этого хочется всем пожелать. Вот. Хочется всем пожелать искренней большой любви, как у Ани. Любите одного человека, как Аня.
ну вот есть уже один. Вот, и любите, то есть одного человека, вот у Ани это как бы, она никогда не распыляется, и у нее нет каких-то других друзей парней, которые приносят еду домой. Вот так. А так все хорошо. Мне придется тебя убить. Так, ребята, ну и последний вопрос от Алины. Как собираетесь проводить лето? Лето, ах, лето. Собираемся поездить по городам, которые, ну, таким или иным образом соприкасаться с морем. Очень хочется. Нам очень приятно давать, да, летом. Сочи. Мы в прошлом году в Сочи были, так нам понравилось. 3 дня были там. Одесса, Сочи, весь берег Крыма. Керчь. Хочется, да. Джанкой. Геническ. Кстати, Азовское море такое офигенное. Такое теплое, песочек, без всяких этих медуз противных, которые в Черном море иногда. Без водорослей, без всяких там, без всякого ракушняка. Вот теплое, классное, неглубокое. Вот надо ехать туда. Вот. А знаете, когда сейчас? Вот в начале июля, или потому что в августе там уже там начинают бычки дохнуть, и уже запах такой. Но это мы были в Бердянске в прошлом году, и там, конечно, море нас покорило. Потому что там нет медуз. Не, и реально, вот бычки повсплывали на поверхность, и штым, вот запах такой вот бычков, как будто просто вот кисель бычков. То есть запах, просто как будто эту самую... Закатку делают. И, конечно, напоследок хочется... Давайте завершающее слово. Да, пожелать всем удачи, всем успехов. Спасибо всем. Это была группа Паранормальных. Хорошей весны. Не сдерживайте своих эмоций ни в коем случае. Если вам человек нравится, то он должен об этом знать, он должен это чувствовать. Ну, ваш самый родной человек. Единственный. Будьте умничками. Не мусорьте на улице в города своего родного. Обнимайтесь, целуйтесь. Только все, не со мной живем. Вот, все, всем пока, это группа Паранормальных. Бонжур, тужур. Спасибо, ребят.